Православные верующие отметили Пасху. В Великую Субботу жители округа посетили церковную службу, которая состоялась в храме Преображения Господня, и освятили пасхальные угощения. О приготовлениях к светлому празднику расскажет Анастасия Кладинова. Великую Субботу называют днем тишины и покоя. Храмы украшены живыми цветами, а священнослужители меняют черное облачение на белое, как символ торжества жизни над смертью. Этот день православные посвящают молитвам и подготовке к встрече Светлого Воскресения. В преддверии пасхальных дней я прибыл сюда, чтобы помолиться вместе с прихожанами наших люберецких храмов, освятить куличи и Пасхи. Собственно, вот этой надеждой, этой верой мы и живем. Верой в воскресение Спасителя, который дает нам силы, добро, власть побеждать грех в нашей жизни. Я думаю, что это самое главное, чтобы наше общество было светлее, чище, правильнее и совершало праведную жизнь. После окончания утренней службы верующие освящают пасхальные корзины. Символом светлого праздника являются куличи, пасхи и яйца, а их выпекание и окрашивание – древней традицией. Ну, как бы с детства, наверное, приучены к этому. Нормально, абсолютно, как бы как положено, да, надо делать куличи, печь, да, яйца красить. Я как бы приверженец этой религии, и я всегда его отмечаю. Этот праздник люблю, красочный, красивый. Земное нас притягивает. Божьей помощи и свобода духа от попечения излишних земных вам всем желаю. Праздником! Яйца и куличи в Великую Субботу не пробуют. Верующие ждут наступления праздника, а ближе к полуночи православные выходят на крестный ход и завершают семинедельный священный пост. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.